Улицы и населенные пункты Южного Казахстана получат исторические названия, причем таблички будут выполнены в национальном колорите с орнаментами. Названия улицам дадут звучные – Улы-Дала, Туран, Кимикалган, Сарайшы, Каспара и Тамшы-Булак. Напомню, что на присвоение улицам имен людей наложен временный мораторий. Поэтому сейчас было принято решение присваивать улицам, поселкам названия рек, исторических мест. Сегодня рассматривается предложение по наименованиям, которые поступили из Туркестана, Казгурта, Сарыагаша. На рассмотрение комиссии поступило 85 предложений. Некоторые из них написали жители аулов. Они просят экспертов изменить название населенных пунктов, которые остались еще со времен Советского Союза. Есть поселок Жданов в аульном округе Ералиев. В советское время он получил такое название. В центре аула растет огромный байтерек. Его посадили там, когда возник аул. Местные жители предлагают назвать аул в честь этого дерева, как символ. Уже известно, что в Мақтаарале улицы получат новые названия. Это Коктюбе, Мадинье, Тауэльсиздык и Жағажай. Члены комиссии единогласно поддержали предложение.